Причал Ульяновской портовой особой экономической зоны давно не пустует. В этот раз по Волжской акватории отправится крупный транш пшеницы. Через Каспийское море баржа попадет в Бангладеш. Зерно реализует несколько ульяновских компаний-производителей. За этот сезон мы отгрузили по ЖД транспорту порядка 70 тысяч тонн. По водному транспорту это третий корабль, уже 10 тысяч тонн. Конечно, хотим выходить на Иран. Это укладывается в логистический коридор север-юг. Соответственно, самое главное – это Иран, потом страны Персидского залива и, конечно, Индия. В планах компании увеличение объемов поставок до 300 тысяч тонн, расширение наименований отправляемых товаров – горох, нут, чечевица, ячмень. Также региональные производители успешно сотрудничают с Египтом. По поручению губернатора Алексея Русских в регионе продолжается работа по развитию транспортных коридоров. Основное направление – Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив. Сегодня уже подписано соглашение с соседними регионами. Это Республика Татарстан, Пензенская область, Кировская область, Республика Мариэл о консолидации грузов и отправке их на экспорт речным транспортом. В настоящее время большую часть экспорта продукции агропромышленного комплекса из Ульяновской области почти 80% составляют зерновые. Поставки осуществляются в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Афганистан, Китай, Иран, Южную Корею, Узбекистан, Армению, Азербайджан и другие страны. Кроме того, из Ульяновска поставляется подсолнечное масло в Китайскую Народную Республику. Ульяновская область участвует в федеральном проекте «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», который направлен на поддержку отечественных производителей. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.